Здравствуйте, телезрители. Сегодня май 2016 года. Перезимовали. Отцу 8 лошадиных сил, на которые я делал обзор. Пройдет дальнейшее испытание после зимовки. Все, обкатку делали на данной лодке Silverado 30S. Также и сейчас прокатимся на ней. Посмотрим, как он у нас перезимовал. Проверим его ходовые. На озере Затон Алтайского края Тальменского района, возле реки Чумыш, притоки реки Оби. Ну все, продолжение следует. Год, май месяц, продолжение работы лодочного мотора Гольфстрим Парсум 8 лошадиных сил. В 2015 вылаживал видео об обкатке данного мотора. Находимся озеро Затон, Тальменский район, Алтайский край. Мотор перезимовал, был смазан. В данный момент сейчас заведем первый запуск, прогреем данный мотор и прокатимся по данному озеру. Посмотрим его ходовые, как он у нас за зиму не заржавел, его работоспособность. Так, вставляем чеку. Тепло, подсос не будем включать. Подкачаем. Шланг подкачать чуть-чуть. Бензин. Так. Также установил трахометр. Сделаю обзор его. Трахометр нужен для оборота двигателя, показывает. Также показывает, сколько часов мы накатали эксплуатации данного мотора. Так, завелся у нас с первого раза, как я ожидал, так как на данном моторе у нас накатки мало, около 15 часов. Ну что, так, прогреем чуть-чуть и будем следовать по данному озеру. Вода мутная, река Чумыш разлилась в данное озеро, так что немножко воды прибавилось. На улице плюс 20. Да. Ветер сильный. Но ничего. Так, самое главное, чтобы бежало охлаждение, чтобы двигатель не грелся.
и не привело шипово к неисправности. Вода кипит. Ну что? Потихонечку проверим. Главное, чтобы на сетку не попасться. А палку ударились. Но думаю, ничего не повредили. Водичка бежит, самое главное. Так, это у нас обзор лодочного мотора
Гольфстрим Марсум 8 лошадиных сил. Данная модель 8 лошадей, 6 лошадей и 9,8 лошадей. Гольфстрим Марсум одна и та же модель. Только этикетки у нас разные. 8, 6, 9 и 8. Объем двигателя, все характеристики двигателя одинаковые. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, где будут обзоры на рыбалке. Устья реки Оби, Чумыш. Также поездки на автомобиле по Алтаю, по горному Алтаю. До свидания, до новых встреч. Лодочный мотор, Гольфстрим. Всем пока.